мы живем совместно с крокодилом, которого зовут Рокки, уже около полугода, может быть даже больше. Крокодила мы приобрели и у моей подруги в Москве. Крокодил с нами живет, питается у нас он размороженной курицей, то есть живым кормом мы его не кормим. Он абсолютно адекватный, живет у нас в террариуме есть вода, то есть у него все хорошо получается. Он у нас питается два раза в месяц, ест курицу. Бывало, пробовали кормить его косулей, но косули он не хочет есть. В диких условиях он питается там разными змеями, ест разных парнокопытных, живет он до 100 лет. У нас он обитает уже как бы в России, именно в России он живет 23 года с рождения. Живет в домашних условиях, ему все нравится. Коренной россиянин, да. Ну, в принципе, у всех животных есть черты характера. То есть, допустим, у крокодила там, или у волков, у медведей. То есть, животные агрессивные, просто нужно каждому найти свой подход. Наш Рокки, получается, любит теплую воду, лампу и любит плотно поесть.